12 приютов для безнадзорных животных планируется создать в Югре в будущем году. Это более 2300 мест для четвероногих. Кроме того, в регионе намерены организовать 30 площадок для выгула и дрессировки собак и установить более 250 дог-боксов. Таковы цифры из декларации в области обращения с животными, которую опубликовала окружная ветеринарная служба. Стратегическая цель – реализация соответствующей концепции. Это ориентиры культурного и ответственного отношения к братьям нашим меньшим – соблюдение принципов гуманности и обеспечение безопасности. Среди задач концепции – развитие нормативно-правовой базы, учет и регулирование численности животных, создание инфраструктуры для четвероногих. В 2023-м планируется продолжить чипирование домашних питомцев, их регистрацию в соответствующей информационной системе. Согласно концепции, каждое животное должно иметь хозяина, будь то физлицо или организация, либо муниципалитет.